Ну, это достаточно молодой вид спорта. Зародился он вот именно в таком виде в Америке. Лет 30-35 назад. Один парень играл в футбол, повредил ногу и решил потом колено восстановить. Чтобы восстановить колено, он разминал его и придумал вот такой вот маленький мячик. Он вышил сам и набил его рисом. И начал делать трюки, чтобы вылечить свое колено. Пинал, 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 потом начали получаться трюки. И он понял, бац, это же новый вид спорта, давай-ка я буду его развивать. Потом к ним подключались, как я понимаю, разные люди, придумывали новые трюки. В России он только лет 9, вот именно в плане профессионального спорта. В футбеге каждый трюк состоит из множества простых. И это всем очень нравится, потому что нет границ, до которых можно дойти. Год назад была всего лишь одна школа, в которой было всего человек 10. Футбэк для меня это очень большая часть жизни. Вот. Ближайший год, можно сказать, это вообще моя жизнь, потому что очень много посвятил футбэку времени. И вот сейчас у нас целый чемпионат России, довольно-таки очень сильное мероприятие. Новые люди, новые знакомства, интересные места. Огромная часть моей жизни, которая помогла мне очень многого добиться. Ну, лично для меня, прежде всего, мне это дало очень огромное количество друзей. Ну, это здоровый образ жизни. Так что, занимайтесь футболом. Кто-то занимается там, кто-то рисует хорошо, кто-то еще. То есть все очень креативные. И очень большой плюс в том, что можно менять свое хобби. То есть можно приходить сюда, на таких соревнованиях, искать себе новое хобби. Он покорит молодежь, я думаю, в ближайшее время. Если вы начинаете заниматься, упорство, желание, улыбка, и у вас все получится. Ну, люди, я вас привлекаю к футбэку, потому что это действительно классная штука, нужно попробовать. То есть, когда мячик приземляется на твою обувь, это очень приятное чувство. Оно ни с чем не сравнимое мира.